телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, и я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Скоро кончится лето. Дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жарко будет даже в тени. Впрочем, той тени, где я, сухо и тепло, но я боюсь пока. И дни идут чередом, день и Дима три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался. Я сижу в тишине, чему и рад вполне. Я жду ответа, больше надежд нету, скоро кончится лето. Стройка, работает кран, и закрыт пятый год за углом ресторана. На столе стоит банка, в банке тюльпана, на окне стакан. И так уйдут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, будет хоть час, когда нам повезет. Я жду ответа, больше надежд нету, скоро кончится лето.